Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий. Это канал «Вместе к успеху мечты». Сегодня вторник, порядка 8 часов утра. Каждый день мы занимаемся зарядкой, каждый день мы прыгаем, бегаем, максимально закачиваемся, прокачиваемся морально, физически, эмоционально, друзья мои. И сегодня я вам открою суперскую тайну. Не просто суперскую тайну. Я вам сегодня открою максимальный секрет, который вам не скажет никто, друзья мои. Никто вам об этом не скажет, все будут говорить наоборот. А я вам скажу так, если вы используете этот секрет, он превратит ваши цели в реальность, друзья мои. И я не шучу. Поэтому сейчас 20 секунд мы позанимаемся спортом, прокачаем свое тело, и я к вам вернусь, друзья мои. Поехали! Состояние прекрасное. Так что же это за секрет, друзья мои? Что же это за секрет? Мы все с вами, ну, кто-то еще, может, не начал, кто-то уже пишет цели, да? На самом деле секрет меня сегодня просто шокировал максимально. Я его услышал сегодня и сразу решил с вами поделиться. Потому что таким секретом нельзя не делиться. Он настолько сильный. Он настолько просто душетрепещущий, друзья мои. Что это просто шок для меня, и я уверен, что он будет шоком для вас. Так вот. Кто-то не пишет цели, кто-то уже пишет цели. Как вы их пишете? Пишите, что у вас есть, то, что у вас в будущем реализуется, либо уже реализовалось в будущем, да, в смысле. То есть, там, я накопил там такую-то сумму денег уже как бы в прошлом, да, и ощущаете, как вы себя чувствуете, когда вы это накопили. И я говорил ставить даты. Что даты якобы приближают, добавляют вам дисциплины, уверенности. Так вот, друзья мои, это неправда, это ложь. На самом деле, как работает дата? Я сейчас разложу все по полочкам. Вы пишете цель, вы даете сигнал Вселенной, вы даете сигнал Богу, ну, как хотите, так и называйте, то есть высшему разуму, там, Вселенной, изъявляете свое желание. Изъявили. И ставите дату. Не понимаете намек? Вы ставите дату своего желания. То есть вы приказываете Вселенной исполнить вашу дату, ну, точнее, исполнить ваше желание в вашу дату. Вы, приказывая Вселенной, вот этой датой, приказывая этой датой, вы как бы ощущаете себя выше. То есть вот эта вот дата, которая ставится, вы как бы ощущаете себя выше этой Вселенной, то есть вы начинаете пытаться ею управлять, ставя даты, друзья мои. Вы начинаете управлять Вселенной, вы понимаете? И что она вам ответит?
ничего она вам не ответит и ничего не сбудется. Потому что как будет только приближаться ваша дата, и вы будете видеть, что у вас ничего не получается, а дата приближается, что будет происходить? У вас будет теряться ваша вера. Ваша вера будет теряться. Вы будете погружаться в апатию и прекратите верить в свою мечту и в свою цель. И все пройдет по накатанной. Вам не даст Вселенная исполнить вашу мечту, если вы поставите дату. Я буквально сегодня, до сегодняшнего дня, в каждой цели прописывал дату. Все. Сегодня я написал без даты. Я даты не ставил, друзья мои. Знаете, зачем это надо? Это все просто, это настолько все просто. Это то, о чем я говорю каждый день, друзья мои. Здесь очень важно, и это, ну, сейчас очень много видео объединится в этом. Мои предыдущие видео, они все сейчас объединятся, и я вам сейчас такое выдам, вы будете в максимальном шоке. Самое главное, это просто нужно поделиться ощущениями, то есть дать желание в ощущениях Вселенной. Своими желаниями, своими ощущениями этого желания, сбыточности, как вы себя представляете, как вы себя чувствуете. И в это желание отпускаете Вселенную. И все. Дальше задача Вселенной. Дайте ей возможность реализовать вашу цель, реализовать ваши желания, которые заключены в ваших ощущениях. То есть Вселенная будет в первую очередь реализовывать ваши ощущения, ваши чувства и ваши эмоции. Она вам будет давать этого больше через какие-то свершения. Ну, конечно же, действия, но об этом мы поговорим в следующих видео. Сегодняшнее видео непосредственно о том, что нужно убрать даты желания. И знаете, что происходит, когда мы убираем даты? Мы перестаем зависеть. Мы дополнительно перестаем зависеть от наших с вами желаний. Благодаря тому, что там нет дат. Вы представляете, все, отдали Вселенную. А когда она вам это реализует? Будет зависеть от силы и от чистоты, от веры в ваше желание, что это может произойти, от максимально глубинного ощущения, что это уже произошло, именно глубинного, и веры в это ощущение, что это максимально уже есть. Ощущай себя максимально, именно ощущай, именно чувствуй, что, как ты чувствуешь, когда это сбылось, какой ты, как ты себя ощущаешь. Все эти эмоции счастья, эмоции радости. Вот что ты должен отдавать Вселенную, смотря на свою цель. Не дату. Дат быть не должно. Будет дата, ничего не исполнится. И вера очень важна. Буквально 1% сомнения. И я вам гарантирую, что 100%, что ваша мечта и ваша цель не исполнится. 1% сомнения, достаточно 1%. Вы усомнились, все, вы утонули. И все заново. 1% сомнения, это как ложка дегтя в бочке меда, понимаете? Ложка дегтя в бочке меда. Вот ваш 1% сомнения. Исключаем сомнения. Только вера, чистое ощущение, чистые эмоции, воплощение уже ваших целей. Представляем, ощущаем, переполняемся, наполняемся и получаем, друзья мои. Отдали во Вселенную, все, и ждем. И каждый день отдавайте во Вселенную, каждый день ощущайте сбыточность ваших желаний, ваших мечт. Каждый день. И никаких дат. Дайте Вселенной возможность самостоятельно решить, когда вам это дать. Но вы должны истинно верить в то, что она может вам это дать. Сомневаетесь? Можете выключать видео, оно не для вас. Друзья мои, это шок. Это то, что меня сегодня шокировало.
И завтра мы будем разговаривать дальше, друзья мои. Завтра будет следующий шок. Это, конечно, самый сильный шок, но остальные секреты также важны, друзья мои. Поэтому подписывайтесь на канал, если понравилось, ставьте лайки. И встретимся с вами завтра. Сегодня вам максимально продуктивного, максимально выложиться. Сегодня суперский день, я в этом уверен. Опять-таки продолжаем начало нового месяца, начало новой недели. Грандиозные планы делаем, отдаем свои ощущения Вселенную, что мы хотим, и получаем это. Все просто. До завтра. Пока-пока.